На стадионе «Строитель» проходит ежегодное соревнование «Защитник Отечества», которое проводится среди учащихся клинских образовательных учреждений. И мы, команда «Мойклин.ру», несмотря на то, что уже закончили школу, сегодня пришли поучаствовать в некоторых дисциплинах. Сегодня мы традиционно проводим наши осенние соревнования «Защитник Отечества». Они как бы являются предвестниками областных соревнований допризывной молодежи. У нас зимой проводятся такие же соревнования допризывников и летом, хотя осень, но это считается, что лето. Сегодня у нас программа, она будет точностью повторять то, что будет на первенстве Московской области 4 октября. И это бег 100 метров, бег 1000 метров, метание гранаты, сборка-разборка автоматов, стрельба и конкурс строевой подготовки. То есть 6 видов, в команде 5 человек. Шестой участвует только в конкурсе строя. Алексей Викторович, мы сегодня будем соревноваться, Артем. Вот я сразу скажу, мы будем 100-метровку бегать и будем метать гранату. Вот. Как вы считаете, у кого шансов больше получить более лучший результат? В беге на 100 метров и на 1000? Нет, беги на 100 метров и метание гранаты. Ну, в беге на 100 метров я бы отдал больше вот этому Артему предпочтение. А в метании гранаты тут 50-50, потому что, судя по вашему росту, вы более рослый, значит, рычаги у вас побольше, значит, потенциально вы способны метнуть дальше. Но, судя по комплекции, Артем, он более плотный, и я думаю, что он более собранный, такой скоординированный, я думаю, что он и метнет подальше, чем вы. Сейчас мы будем соревноваться как два защитника Отечества, правда, один служил, а другой мы промолчим, да? Вот, мы будем попробуем метнуть, собственно, гранаты. Давай, Артем, ты первый метаешь, я пошел ловить. Давай, Артем. А потом узнаем, кто, собственно, чья школа лучше. Кто дальше метнется, кто служил или не служил. О, хорошо! Пошла! Давай, где-то на 50 должна быть. Артём. Все очень плохо. Почему? Все очень плохо. К сожалению, Артём метнул дальше, чем я. Ну что, второй этап нашего соревнования. Сейчас я пытаюсь доказать, что первая победа была не случайной. Артем, думаю, пытается реабилитироваться в глазах многочисленных поклонниц. Да, да, да. Я сейчас, я думаю, сумею обогнать Артема. Не сумел метнуть, так сумею обогнать. Да, ты бежишь! Стоп! Давай, Артем! Прокомментируй свое поражение второе. У меня такое ощущение, что не я служил в армии, честно. И сейчас мы пройдем смотр строя песни. Команда «Мойклин», становись смирно. Направо, направо, кругом. Шагом марш, песню запевай. У солдата выходной, пуговицы в ряд. Ярче солнечного дня. Золотом горят. Участвую второй год. Ощущения отличные. Просто так как соревнования, ну, это способ как-то отвлечься от учебы. Ну и развивать себя, в общем-то, в физической форме. Мотивировал нас наш любимый учитель по ОБЖ и наша любимая учительница по физкультуре. Дисциплины понравились. Километр, 100 метров. Автомат мне понравился, потому что сломана газовая трубка. Вытащить было невозможно почти.
Там нужно было приложить максимум усилий. Граната понравилась. Так, что еще? Строевой смотр тоже понравился. Восьмая школа! Ура! У меня получилось достать кубок, Артем. Так как ты меня сегодня честно победил во всех соревнованиях, я тебе хочу пожать руку. Спасибо, что было приятно участвовать. Вручаю тебе этот кубок, потому что, ну, действительно, ты и сильнее получается, и быстрее. Артем, ну, я с тобой не соглашусь, потому что ты гораздо лучше меня пел, маршировал. Поэтому давай мы с тобой разделим этот кубок на двоих. А с вами были Артем Синяков, Артем Мельников, Алена Масленкина. Специально для программы «Мой клиент». Друзья мои, кубочку поднимите. Спасибо за внимание. Так вот.